Надоем уже действительно. Блин, где его черти носят? Явились наконец-то? Че так волнуешься? Это неприлично заставлять людей ждать. Это че, вода? Как это мило. Давайте уже начнем. Алибек зовут. Поняли, да? Алибек. Baby, fire, on the floor. Baby, I love the fire, the sky's in my heart. Ну и в чем же ваша причуда? Почему вы так несерьезны? Ты реально думаешь, что у меня есть до этого дело? Это все, что у нас есть. Да кому это вообще интересно? Это чертова работа, этот дебильный проект, этот кастинг. Ты вообще видела эту девушку в юбке? Да она чуть не убила. Займитесь делом, мне еще отчет сдавать. Конечно. А это вода. Мне кажется, она вообще из-под крана. Что, до сих пор там? Да, и мне кажется, лучше туда не заходить. Скажи, пожалуйста, Настя, почему ты до сих пор на меня работаешь? Я ведь давно обанкротился. У меня ни копейки. Ты же хороший человек. Ты найдешь работу в другом, в любом месте. Ну, честно. Вы, наверное, не помните. Несколько лет тому назад я впервые увидела вас на экране. Вашими работами тогда все восхищались, абсолютно все. Тогда я познакомилась с вашим творчеством, ознакомилась с вашими всеми работами. И в первую нашу встречу вы мне дали автограф и расписались. И что же я там расписался? Что я там мог написать? Никогда не сдавайся. Все. Так, по списку сейчас пройдемся. Все, отлично, ребят. Фильм хронометражом в 3 минуты. Буквально в 3 минуты. У нас всего час, чтобы снять этот фильм. Раз.